Здравствуйте, друзья! Всех со светлым праздником Пасхи! Как говорится, Христос воскресе! А сегодня у нас уже ставший за эти годы традиционным распаковка, анбоксинг подарка от Саши Румянцева. У меня сегодня день рождения. Давайте вместе с вами распакуем. Подарок, честно, лежал. Я силу воли вырабатывал. Он пришел чуть пораньше. И я его открываю только сейчас. Это что-то загадочное оставим напоследок. Я думаю, имя Дага Маркайды все знают. Это вот тот самый легендарный судья из передачи «Между молотом и наковальней». Это вот нож его дизайна. Есть такой, а есть прямой рукоятью, и Маркайда считает, что прям это чуть ли не идеальное средство для самообороны. У вас и рука свободна для каких-то хватательных действий, и в то же время есть острый клинок, и в то же время этим клинком никаких фатальных ран вы нанести не сможете. Что-то на английском. Seki City, Japan. Warren Thomas Design. Ребята, вы знаете, даже к своему стыду не скажу вам модель. Я думаю, вы все, кто меня смотрите, вы модель узнали. Один я не узнал. Но разберемся обязательно. Вот это уже как бы и посолиднее намного. Уже совсем такой жесткий керамбит. То есть прям лезвие направлено именно для таких вот ударов. И тяжелый. Прикол. Дядька в маньячной маске. Ну и последнее на сегодня. Слушайте, здесь, наверное, тоже, судя по всему, керамбит. То есть Саша устроил тут такой керамбитную посылку. Да, здесь тоже керамбит. Ух ты, прям, смотрите, какие кастомные ножны с черепами. Тяжеленный, ребят, вот им как бы, не только резать им, а так вот надавать можно, по башке мало не покажется. Это ради интереса, сейчас, секунду. Грамм. Спайдерка 160 грамм , 205, и это без ножен. Но мужики прям ух,
Вот такая вот экзотика. А вот это вот Дашмакайда аля Бастинели. Точно сядет на карман. После вот этого такое чувство, что вообще в руке ничего нет. В общем, как-то так. Всем спасибо за внимание. Еще раз с праздником. До свидания.